Всем привет, всем доброе утро. Димка в садике, Сонька у меня лежит в кроватке. Я быстренько протерла зеркало, полочку. Сейчас быстро мою раковину. И начинаем день. Я вот люблю, чтобы в ванной было всегда чисто, чтобы была чистая раковина. В общем, это самое... Для меня это, знаете, как... Заходишь в ванну, все должно быть чисто. На кухне бардак остался после завтрака. Еще ничего не разбирала. Честно вам говорю, сейчас я вам покажу, все осталось на своих местах, потому что не успела. Сейчас чищу быстро раковину. Ванную я чистить не буду, только почищу смеситель. В ванной сегодня размораживаю морозилку, поэтому ванну мыть смысла нету, но раковина должна быть всегда чистая. Так что поехали. Раковину я уже помыла, ванну я тоже не удержалась, тоже помыла. Оставила себе здесь только мыло и умывалку, и все остальное попрятала. Так, девочки... Меза, комплекс, перинскатка. Быстренько наносим на сухую, очищенную сухую кожу. Все это быстро скатываем. Она такая жиденькая, поэтому надо аккуратно. Видите, много выдавливается. Так. Быстренько скатываем. Наносим масочку, потом он у меня уже на заднем фоне, Соня начинает капризничать. Сейчас быстро. Так, все, скатала, умылась. Теперь берем тоже от Faberlic или нет, возьму сегодня тоже белорусскую от Markiel маска для лица, супер увлажнение. На 20 минут сейчас я буду наносить, пока уберу все кровати. Но у меня будет работать. Как раз после пилинга лицо немножко после выходных. Девочки, кто вот не работает дома, с утра прям красота и вперед. Краситься я пока не буду, потому что я еще хочу немножко прибраться после выходных, полы промыть, пропылесосить. Сегодня мышку Богдан отвез в больницу. Сегодня ей должны будут брать анализ на антибиотик, и грамма будут брать, потому что антибиотик нам не подошел, цистит нам вернулся, поэтому повез он ее в больницу, там приедет специалист, будут вызывать курьера, целое там дело. В общем, Мишелька в больнице сейчас занимается, мы дома занимаемся, все быстренько, уборка сегодня, так что... И после того, как маску смою, одену еще патчи, еще полчаса похожу с патчами.
морозилку. Потому что надо. Смотрите, вот это столько у меня бутылок. Красная смородина, малина. Смотрите, сколько. Еще тут тоже малина. Сахара. Малина без сахара. Кошмар. Нет, это не кошмар, это, конечно, очень круто. Зимой все пойдет. Это что такое? Смородина, что ли, черная. В общем, короче, у меня тут морозилка забита, а я еще не замораживала помидоры. Мне еще некуда, смотрите, сколько всего. В общем, все нужно дело разгрузить. В общем, начинаю заниматься. Разгрузила это все, помыть. Видите, там потекло. Сейчас я вам расскажу, что у меня было в морозилке, если интересно. Вот такая вот стручковая фасоль. Видите? Вкусно очень с лучком, с чесночком. Все это дело поджарить. Сейчас я его в другой пакет упакую. Тут у меня щавель. Тут у меня зелень. Укроп, укроп. Еще щавель. Щавель. Укроп, укроп. Видите, сколько это все у меня? Укроп. Зелень. Здесь у меня фрукты. Вишня. Кизил. Малина. И вот это вот все, весь пакет, это смородина, вот слива, вишня и черешня. Вот это вот все, представляете? Это я вам показала, это у меня все бутылки с малиной и с красной смородиной. Это у меня запас масла. Это у меня бульон остался, я его заморозила. И тут вообще гора, смотрите. Это у меня перец. Это у меня помидоры. Видите, как я режу их? Это у меня 4 таких больших помидор, упаковка. Вот это вот все у меня. Гляньте. Кабачок. Это нам все на прикорм. Это маленькими, это большими. Вот это вот тут пакеты. 1, 2, 3, 4 пакета черешни на компоты. А это у меня 5 пакетов грибов. Грибы папа собирает. В общем, смотрите. Запасы такие нормальные, да? Мясо у меня в той морозилке, которая... кухне. В общем, все это сейчас дело буду мыть и все складывать. На прикорм у меня кабачки, цветная капуста, ее сейчас, я не знаю, есть, нету, я ее, в общем, не морозила пока, что-то я даже ее не обращала внимания. Помидоры, перец. В общем, вот такая вот, ерунда, вам представляете? И сейчас морозилку открыла, пусть она у меня сейчас откроет ящички, пусть размораживается. Знаете такое, да? Дурная голова ногам покоя не дает. Так это я. Начала я за все сразу. Кинула уже наше постельное. Сейчас сниму детское постельное. Тоже постираю. Тут у меня куча полотенец. Видите? Сейчас все полотенца надо будет сложить. Все выстиралось. Высохло. Сейчас все это дело сложу. И буду дальше стирать постельное. Морозилка уже размораживается. Прям не понедельник, а ух! Это еще я кушать не готовила. Еще будем готовить. Еще надо будет подкраситься немножко. Еще пора пылесосить и полы помыть. Но пропылесошу, наверное, сейчас. Полы помою потом, потому что морозилка течет. И весь маникюр у меня без моей посудомойки оставляет желать лучшего. Закончила я уборку. Тут у меня разгрузилось место. Слива, клубника, кизил. Очень вкусно. Все бутылки мои, видите. Тут у меня пустой как раз осталось для помидор. Здесь черешня, бульон, масло и всякие фрукты. Здесь целый лоток у меня, видите, какой огромный. Вот кабачок. А Соня там уже зовет меня. Здесь зелень, помидоры. Здесь грибы и перец. В общем, все. Закончили и пришлось мне выбросить. Забрали мышку от доктора, все у нас взяли хорошо, забор прошел хорошо, да, мышь, две консервы, да, вкусной еды взяли, надо же как-то загладить вину.
едем домой, то хозяйка там уже бедная спереживалась, да? Хорошо, едем домой. Пришлось мне выбросить цветную капусту, которая у меня там лежала. Шум на шуме. А цветная капуста лежала у меня, по-моему, или год, или два уже. Соне давать я ее не буду, естественно, потому что уже срок годности у нее, мне кажется. Ну, в общем, не хочу. Вот, я ее выбросила. И у меня осталось пару синих тоже с прошлого года. Я их выбросила, потому что они мне место занимают, я с них ничего не готовлю. Мне не нравятся замороженные синие, поэтому... Поэтому вот так вот. В общем, все. Морозилка я закончила, наконец-то, ура! У меня теперь порядок там. Теперь осталось вымыть полы, потому что все текло. Не успела все разморозиться очень быстро. Где-то за сколько? За полтора часа, получается, разморозилась полностью морозилка. Я ее помыла, высушила и все сложила обратно. Что очень быстро. Одно дело сделано. А теперь надо поубирать. Ну, София наша, крошка наша, да, Сонь? Лежать не хочет, спать не хочет и не хочет, чтобы мама ничего делала. Да, Соня? Это ты такая капризная, да? Так что мы посмотрим. Еще надо привести себя в порядок. И смотрите, кто к нам приехал. Сейчас я вам покажу. Время уже без 15:04. Я ничего толком не сделала, да, София? Вот я ее только положила. Может, полежит немножко? Ой. В общем, я сегодня что я сделала? Разморозила морозилку, перестирала все постельное. Уже почти все высохло. Пропылесосила, повытирала пыль, помыла полы. Все, я дома чистота, порядок. Сварила уже компот. И все. Я больше ничего не успела. Кушать я не успела приготовить. Будем доедать, что у нас есть. Придется завтра становиться готовить. В общем, я в итоге... Без 15:04, сейчас через полчаса забирать эти Димку, а я даже не отдохнула вообще. В общем, короче, вот, а вы, девочки, спрашиваете, как ты успеваешь? Как у тебя хватает сил? А не хватает сил. Вот сейчас буду домывать посуду, еще с утра стоит посуда, не разобранная, мне ее нужно еще разобрать. И готовить что на ужин. У меня мясо стоит, я его не в морозилку не положила, мне надо что-то с него готовить или фарш сделать. Или перцы нафаршировать, потому что Димка любит очень хорошо прям кушать. По два перчика за раз съедает. Или котлет нажарить. В общем, я не знаю. В общем, сейчас буду думать. Скоро идти его забирать. Что-то я замахалась. Ну, Сонька хоть поспала сегодня чуть-чуть. Но я все равно ничего не успела. Да? София, скажи привет. Привет скажешь? А? Скажешь привет? Это называется, берите меня на руки скорее. Скорее берите на руки. Нету сил лежать. Нету. Да? Нет сил. Нет. Так, на ужин я жарю вот такие вот колбаски. И еще размораживаю карасиком. Папа передавал мне уже давно. Большой пакет был. Я все разделила на две части. Маленькие, побольше. Буду жарить. Сегодня плиту, конечно, я вымыла все, но... Ладно. Мышка. Мышка приехала. Она на меня обиделась, да, Мишель? Ты обиделась немножко, да? Ко мне не подходит. Но мы ее там оставили буквально 2 часа, ее не было. Но она обиделась. Пока я готовлю, детки мои развлекаются как могут. Ты что, я как лялечку закутываешь? Ну-ну-ну, аккуратно. Самое интересное, что Соне нравится. Она никогда не плачет, когда Димка с ней играет. София, тебе нравится? Да? Видите? Она вообще... Эй-эй-эй-эй, Мишель, не... Короче, все мои детки, да? Мама кушает, готовит, они мне помогают. Помощник.
фаршированный с фрикадельками, и внизу там картошка варится. Мы уже поели, вот осталось чуть картошки. Мадам принес селедку, мы поели селедку, и сейчас хочу пожарить карасиков еще. Я уже пожарила рыбку. Такие карасики у меня получились. Зажаристые такие сухарики. Сейчас я мою плиту. И наконец-то на сегодня день закончился. Сейчас я ей быстренько помою. Потому что мыла с утра. Но я все равно, я не люблю, когда вот это вот с утра встаешь, посуда, плита грязная. Поэтому я даже мою. Бывает такое, что я когда убираю, я мою плиту. И хотя знаю, что я буду сегодня готовить. Но не могу я. Не нравится мне, когда это стоит грязное. Особенно еще, когда утром ты просыпаешься, а тут грязь. Так что, кто сегодня понедельник, ну такой тяжелый. Завтра будет, я думаю, завтра будет день такой на релаксе. Сегодня все сделала. И поубирала, и кушать приготовила. Так что завтра можно будет отдохнуть, понаслаждаться чистотой, порядком, попить спокойно кофе, посидеть. Так что, девочки, всем нам силы и терпения. У всех бывают трудности. Сегодня он, Соня, плачет целый день и хочет на руки. А я не могу ничего сделать. Так что буду продолжать убираться. Уже 7 часов. Мы сейчас, наверное, пойдем немножко прогуляемся. И скоро ложиться спать. Завтра в садик, на работу. Так что буду, наверное, с вами прощаться. Спасибо большое, девочки, что вы мне пишете. Мне очень приятно за комментарии. Всегда стараюсь вам ответить. Так что буду прощаться с вами до завтра. Спасибо за внимание и всем пока-пока. До завтра.